А, Александр Кот, 100 рублей. А что так люди на Х так возбуждаются на сраную букву Z? Ищут везде след Пу и пророчат военное поражение Рашки. Вам там Арестович очередную сказку рассказал, что ли, про змеины и т.д.? Да это смешно. Чисто тактические маневры. А ЛНР тем временем весь наш. И на Донецком направлении Славянск скоро будет наш. Про себя. Окей, спасибо за 100 рублей. Не, на самом деле я не понимаю, зачем украинская пропаганда делает вид, как будто там перемога какая-то пиздецовая происходит. В чем фишка? Это типа для поддержания боевого духа или еще что? Просто, ну, как бы... Ну, россиянские войска, они так-то продвигаются только на данный момент. Это при том, что я россиянские источники не смотрю никакие, я западные только смотрю, причем мейнстримные. То есть... Ну, а от укров я вижу только, что, блядь, победили, все, пиздец. Сейчас Россию бомбить будем. Я не против, но вы не будете.